ТВ представляет! Пол, это лава! Челлендж начинается! А куда мы попали? Это что за странное здание? Скорее забираемся, пока лава до нас не добралась! Вон она прямо под ногами! Как она быстро наступает! Но надеюсь, мы успеем забежать на лес самый вверх! Главное, чтобы мои кроссовочки не остались в лаве! Да нет, чтоб я весь сам не попал в лаву! Где, куда бежать? Скорее, да что ж ты путаешься тут под ногами? Ну-ка, Киш! Киш сказал! Я львенок Тоша! Покусаю тебя, не упустишь мне дорогу! Вперед, бежим! Да что ж такая скользкая лестница, моим лапкам так тяжело подниматься! Да! Нет, еще выше! Лава нас догоняет! Скорее! Бежим! Да, победа! Всем привет, ребята! С вами львенок Тоша! И вы на канале СПТВ! Мы, как всегда, выживаем в лаве. Тут у нас апдейты, обновления, а у меня бургер! Кто любит бургер, ставь лайк! Ай! Еле спасся! Упал в лаву с этим бургером! Больше его не буду есть, когда тут бегаю. Еле ноги унес! Круто! Когда же эта лава уйдет? Ну так и лава! Ребята, начинаем наш любимый челлендж в комментариях! Пишите скорее кыш-лава! 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 Так, кто не написал комментарий? Почему-то лава не уходит? Пишите скорее кыш-лава! Ну-ка, уходи отсюда! Ура! Нет, что происходит? Ребята, вы столько комментариев написали, кыш-лава, что лава просто превратилась в какой-то песок. Нет, превратилась просто в воду, и мы в ней купаемся, представляете? Мы купаемся в лаве, и нам ничего. О, мы накупались. Что такое произошло? Мы опять в этой площадке. Лава задумала что-то недоброе. Мне не нравится эта лава. Что она тут делает? Так. Эй, вы чего? Остальные роблоксы попали под лаву. А там черная тень. Какая странная черная тень. Ты не против, я постою тебе. Обожаю бургеры. Вкусняшка. А больше всего обожаю чизбургеры. Хотя много их есть нельзя, а то мои щечки будут вот такими толстющими. Заболтался я! Подождите, куда мы попали? Так, мы на новой локации. Сейчас здесь будем прятаться вот на этом столбике. Ай-яй-яй, лава пришла! Слушайте, а вы играете вообще, ну, в пол это лава у себя в школе? Хотя какая школа? Сейчас же каникулы! Ну вот, в лагере или дома с друзьями играете в кыш это лава. И как часто побеждаете? Вот мне интересно. Потому что у меня в Роблоксе побеждать не всегда получается. Но я думаю, мои подписчики да умеют играть в эту игру. Лучше, чем я. Научите меня! Что самое главное в игре пол это лава? Интересно, что самое главное? Бургеры, наверное? Нет, не бургеры, точно. У меня вообще мозги за бургеры лели. Ой, елочки, одни елочки. Елки-палки! Куда же нам прятаться-то? Мне кажется, елка очень быстро под лавой сгорит. Эй, роблоксы, ну-ка двигайтесь. Противные мультгерои. Не двигаются, стой, я тут пихаются. Ха, отлично. Я самый высокий львенок Тоша. Кстати, пупсан Тоша мой друг. Ну, вы видели, тут, наверное, такой пупсик с ирокезом. Вот, мы с ним вместе здесь все снимаем и ведем. Пишите в комментариях вообще, кто вам больше нравится? Львенок Тоша? Ну, это я. А может быть, вам больше нравится Пупсан Тоша? Это я. Так кто вам больше нравится, Пупсан Тоша или Львенок Тоша? Напишите в комментариях, а мы пока будем спасаться в библиотеке. Самое скучное лето, это когда ты застрял в библиотеке. Когда у всех каникулы, все ходят в аквапарке, купаются, кушают мороженое, играют. А ты в библиотеке, да?
Хотя она сейчас будет лавой затоплена. И все, библиотеки больше не будет. О-оу, лава поднимается выше и выше. Что делать? Киньте мне кто-нибудь канат! Вызовите вертолет! МЧС! Спасателей! Дайте мне лестницу! Нет! Я проиграл. Ой, как мы тут стоим на воздухе. Ай-яй-яй! Этот Роблокс проиграл, погиб. А я спасся. Самое главное, чтобы я спасся. Ой-ой-ой, переплываем по лаве. Опасный трюк, не повторяйте это. Больше это не повторяйте лучше. Ай-яй-яй, зачем дальше поплыл? А был шанс выиграть лаву. А что происходит? Мы сразу в лаву попали. Да как же так? Смотрите, как мы смогли запрыгнуть и спастись. Ой, вот еще один Роблокс. Ну, я готов с тобой, как мы с тобой победители, разделить свой бургер. Кусай, кусай. Я укушу, ты укусай. Ей не нравится бургер? Но у меня ничего нету больше с собой. Я только один бургер взял. У меня такой большой рюкзак, но помещает туда один бургер. Ха-ха-ха! Так когда же эта лава уйдет? Какая-то она странная. Надеюсь, она до нас не доберется. О! А какая у вас самая любимая игра, ребята? В Роблокс. Ну, конечно же, в Роблокс. В мире Роблокс. Какая у вас самая любимая игра? У меня, наверное, выживание на острове. И пол это лава. Наверное, самые две игры. А, нет, еще. Выживание во время авиакатастрофы. Или в авиакатастрофе. Вот эти три игры я самым больше всего обожаю. Хотя стойте, бру-бру-бру. Есть еще классная игра «Побег из тюрьмы». Когда ты играешь за полицейского, там так интересно! Вот. Что-то лава странная. Какая-то она избирательная. О, смотрите! Она такая круглая. Ой-ой-ой, она больше становится. Быстрее. Делаем отсюда ноги. Ой, забрались. Что за черная страшная тень? Какой странный Роблокс. Я еще такого не видал. А вы когда играли в Роблокс, видели такую тень? Квадратная, огромная тень. Мультгероя Роблокс. Он, кстати, хорошо играет. Так. Нужно найти самую высокую точку здесь. Потому что что-то здесь какие-то палки всякие. Ха-ха. Это, видимо, сгоревшие елки. От них остались только палки. Вот елки-палки. Ха-ха-ха. Ой, а почему я тут один? Мне одному тут как-то скучно. Нет. Нет, все, мне не скучно. Я буду здесь лучше сидеть, все, один выживать. Может быть, я стану единственным выжившим в челлендже «Пол – это лава». Так она уйдет или нет? Ну все, кыш, лава. Ну-ка, брысь отсюда. Охота идет. И просто как подуть на лаву, чтобы ее сдуло отсюда. Но я не умею так сильно дуть. Ой, куда это мы попали? Какие-то две огромные бочки. И что здесь? Водохранилище какое-то, что ли? Главное, чтоб лава до сюда не поднялась. Опять эта тень! Он меня пугает! Ой, бургер, кто-то потерял бургер. Эй, это я потерял бургер! У меня в рюкзаке нет бургера. Заберу бургер. А вообще, я играю, чтобы собрать очки и купить себе скейтборд. У кого есть скейтборд, ставь лайк. Ну или пенниборд и доска. В общем, у кого есть доска. Хоть для серфинга, хоть для катания на снегу, хоть для катания по асфальту. Да вообще, у вас дома есть доска? Ну, которые там овощи режут. Вот у вас дома есть доска, ставьте лайк. Ну это же доска. Какая разница? На ней можно готовить, кушать или кататься. Главное, у вас дома есть доска. Ставьте лайк. Я три лайка поставлю. У меня есть две доски для фруктов. Еще одна доска для рисования. А на одной доске такой я играю. Ноутбук называется. Так, лава. Ну как ишь. Эй, тень, ты чего за мной приперся? Не нравится он мне. Какой-то он темный. Я хотела от него уплыть, я думала, доплыву. Чуть-чуть получилось. Ой,
Зимой! Мы что, в Сибирь попали, как холодно? Здесь же все сразу растает. Здесь вообще нереально выжить. Лава против снега, это же вообще без шансов у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Я же говорил, без шансов. Ну ничего, новая попытка. О, смотрите, как сразу мы попали классно на самую высокую башню. Нет, это не башня, это какой-то столб. Ребята тут играют выше земли, а я буду выше их всех. Ну-ка подвиньтесь, так, как же на тебя запрыгнуть? Вот. Вот, еще чуть-чуть. Еще немного. Да что ж это не запрыгивается, вы как-то неудобно тут встали. Сейчас я до тебя забираюсь. Вот еще немного, вот, все. Эй, ну-ка не прыгай. Ты куда по мне прыгаешь? Я должен быть самым верху. Самый высокий тут я, потому что я львенок тоже чемпион по Роблоксу Лори. Ха-ха, наконец-то я собрал свою доску. Ура! У меня есть доска, и я пошел кататься на СПТВ. Ты подпишись скорее, друг мой, потому что на СПТВ весело ставить лайки.